Александр Емельяненко провел первый серьезный бой с июля 2020 года. Получилось неудачно, он проиграл. Дело было на турнире AMC Fight Night 106 в Сыктывкаре. Александр Емельяненко всегда говорил, что ему без разницы, с кем драться и когда. В ноябре он подтвердил, что это действительно так. Согласившись заменить Вячеслава Василевского в бою с Марсио Сантосом, при этом предложение ему поступило, когда до поединка было всего-то 10 дней. Бой получился динамичным. Бразилец начал раскачивать Емельяненко, а затем засадил точный правый оверхенд. К сожалению, у Александра уже нет той координации, как раньше, нет того движения. Но зарубиться он и сейчас способен, что и показал после этого пропущенного удара. И тут Александр сделал то, чего от него не ожидал никто, по-самбистски бросил Сантоса и оказался в доминирующей позиции. Увы, долго он в ней не продержался. Где-то через минуту Марсио залез в full mount, сначала начал бить локтями, а потом вышел на удушающий через руку. Александр постучал. Сантос, поднявшись, поаплодировал ветерану. То есть получилось так, что красивый бросок в итоге пошел Емельяненко во вред. После боя Емельяненко предложил бразильцу реванш. Полный бой Емельяненко и Сантоса вы найдете на нашем телеграм-канале SportLive.